Доброе утро всем, дорогие друзья. Мы едем в аэропорт. Опять Турция у нас. Помимо этих двух концертов, еще два в том же месте. В Москве дождь. Вообще странное лето. Ну ничего, Влада, в Турции погреем сейчас. Там 40 градусов. Мы приехали, вот все наши пожитки. Влада решила у меня взять гитару, потому что у меня рюкзак тоже. И с меня сваливается гитара, а еще в руке вот эта фигня. Такое ощущение, что мы переезжаем куда-то. Мы куда-то переезжаем. Может, мы действительно куда-то переезжаем? А он уже тут подарки Владе дарит. Решил приятно сделать нашему прекрасному менеджеру. У нее был день рождения просто. Сколько тебе? 18 исполнилось? 17. 15. Что там? Что там? Распаковочка. Это то, без чего я жить не могу. Там крайне полезные подарки. Это зарядки всякие, да? Да, и чехольчик, чтобы можно было взять пауэрбанк так на телефон. Вот молодец какой. Ну тебе приятно? Конечно. Я ждала его так просто, как никого не ждут. Влада каким-то образом, силой мысли, выдвинула эту ручку. Силой дурости. И она, главное, говорила: ну почему? А почему? Он, а не я! И трясла его, и он нормально как-то стал теперь выдвигаться. Сели. Уже Влада выпила всю воду на борту вот здесь. Вот. Я водяной, я водяной. А вот там вот женщина, посмотрите, какая красивая, встречает людей. Провожает, встречается. Владе принесли кофе. Сразу два. Вам чабрец? Спасибо. А я права, что специально делают не сильный кофе такой разбавленный на самолете, чтобы не очень колбасил. Нет. Если хотите покрепче, то... То есть это можно. Можно это... сделать покрепче. Ага. То есть это какая-то непонятная тема, да? Которая все врут. Влада, ты рада? Очень. Я весь полет Влада строчила интервью, которое я тут ей на диктофон наговорила. Пыталась посмотреть какой-то фильм, наполовину уснула, потом проснулась, поела. И вот мы, собственно говоря, уже сели. Прекрасный полет прошел. Тебе понравилось? Очень. Тут просто баня! Мы вышли! Андрюша в кофте! Реально такое ощущение, что просто ты включил фен на самый такой сильный режим и вот весь так вот обдуваешься, стоишь. Нас тут встретили с цветочками какими. И девушка под... Смотрите, платье под цветочки. Какая красота, да? Расскажите нам еще раз, сколько градусов было-то? 42. Боже! Если точно. То есть... Говорят, что сейчас не очень-то на самом деле жарко. Было жарче вчера, 45, да? Да. Прелесть как. Вот номер, как обычно, я уже тут разложилась. Бар, кровать, вот цветочки поставила. Там столько всякой вкуснятины. Передать не могу, я тут открывала все, облизывалась. Вот моя любовь. Черешня какая прелестная. Ну, короче говоря... Расти жопка. Ну, а тут, как обычно, вот, здесь буду краситься завтра. Доброе утрице! Мы идем с Владой на завтрак, но она уже поела, а я еще нет. Уже чувствуется, как там жарко. Потом я хочу, чтобы мы пошли на море. Переоделись. У меня японская сверху кимоношка. Я начала краситься, но ребята там до сих пор чекаются, что-то у них там непонятно
ну, жарятся еще, как курочки, гриль явно. Я под кондиционером, я больше туда на улицу не выходила. На чеке будет немного времени у меня, потом опять вернусь, начну укладывать. А вот Влада как раз пишет, предлагает идти. Ну все, сейчас одеваемся, идем. Хэхэта? Нет. Здрасте. А как играть будем? Хэхэта? Нет. Хэхэта? Нет. Нет. Сисочная шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша по шоссе. Так, нормально, да. Все, я отчекалась. Ребята все равно еще Москву, Владивосток там проходят. Правда, не знаю зачем. А у нас не было хэта, когда я вышла на сцену. Ну, слава богу, его сейчас привезли. Я уж попробовала там барабаны отыграть. И у Макса опять стойка, да, шаталась там. Не было ее. Ее вообще не было. Но привезли сейчас вот. Кому холодно, приезжайте в Турцию. Даже вечером здесь как в сауне. Поэтому я сегодня в сетке. В своих любимых сапогах. Сейчас у нас будет ужин совместный с ребятами. Концерт прошел, ничего не сломалось, ничего не выключилось, все было в порядке. По-моему, первый раз за все время в Кемере не было никаких накладок по звуку и по сцене. Единственное, я в этот раз очень сильно напугалась, когда Влад, наш световик, делал эффекты вот эти вот пушки, вот эти, которые... Я аж прям чуть не подпрыгнула. Там просто микрофон стоял звуковой у Андрюши, чтобы я слышала людей в ушных мониторах. И он, видать, многовато добавил звука. И я, естественно, как это услышала. Было... Здрасте. Люди с концерта, наверное. Все было очень здорово, несмотря на то, что жарище, помогали вентиляторы, люди здорово и танцевали, и пели, и общались. Мне так приятно. И на бис звали. В общем, супер. Спасибо всем.
уже и в душ сходила, вот так просто встала, подняла. Макияж остался, потому что я же закрепителем этим брызгаю, представляешь? Я просто не терла, я вот так вот встала в душ, вот так промокнула, и нормально, сейчас на ужин идем просто. Я подумала, что зачем, ну, пока смывать, я просто водой вся... Адски жарко было, просто адски, все вот так вот лилось. Даже эти вентиляторы особо не помогали. Я вам передать не могу. И людям тяжело было, потому что у них вентиляторов даже никаких там не было. Но несмотря на это, я все равно их раскачала под конец. И пели, и танцевали, и набизвали. Поэтому спасибо всем огромное. И, конечно же, ну, что же делать? Ну, вот так жарко сейчас в Турции. Реально аномальная такая жара, потому что должно быть там, ну, 33 градуса днем. Ну, точно не 45. А у них там уже жральня в полном объеме. Да. Блин, как тут холодно. Вот они сейчас ржут, а на самом деле у нашего Коли проблемы со спиной. Коля, расскажи. Ну, я ж пухленький. У всех пухленьких людей, по большей части, проблема в плане спины – грыжа межпозвоночная. Ага. Вот. И... Как ты играешь-то с ней? Как играется? И в общем, бывают моментами, когда прям жестко простреливает. А я весь день, ну, вчера ходил, все было хорошо. Я начинаю играть интро в концерте, я сажусь на барабанный стул, меня как простреливает вообще просто. А куда оно простреливает? А вообще по всему позвоночнику. И у тебя жесткое воспаление чувствуешь в пояснице, и ты не можешь ни согнуться, давление никуда не повернуться. Ну, просто пульсирующая боль такая. Ой, вот. И было крайне неприятно. И сегодня, благо такого, чтобы не произошло, Юля дала мне волшебную таблеточку. Таблеточку болеутоляющую. Коля! Снимающую воспаление, чтобы там никто ничего лишнего не думал. Да. Мы тут просто вот иногда вино пьем. Да. Такая ситуация иногда бывает, не иногда бывает, однажды была у Миши с рукой. Да, у меня рука была больная. А, да, когда у нас 3 концерта было подряд, в бой, да? Идут одни, да, старики, да. Да, короче, да, у кого что еще. Для взрослых. Да, как на 3-м или на 2-м у тебя концерте, когда мы танцевали, что-то с рукой. Да, я немножко не размялся перед танцами, рука... Ну, я ему тоже дала таблеточку. Волшебная, за которой все прошло. Юля нас спасает. И теперь они мне говорят: пожалуйста, можешь принести еще? Можно пачку? Утрице добренькое. Мы уже идем на завтрак. Влада на 2-й, я на 1-й. Кто-то уже из наших ребят улетел, а кто-то улетает днем. А мы улетаем рано утром. Нормально я тогда приготовилась к съемкам. Мы сейчас хотим снять всякие рилзы. Работа на отдыхе приятная с полезным. Поэтому я тут набрала с собой шмоток переодеться. А вы думали, как это все делается? Типа, я так захотела, я такая встала вся красивая, вот прям так встала, и уже прям записываю рилс и делаю фотку. Нет, конечно, для этого надо сначала накраситься, уложить волосы, выбрать, в чем ты будешь сниматься. Влада бегала, смотрела локации, где мы можем это сделать. Короче, геморрой. Ну, это наша работа, собственно говоря. Пока тут снимали контент,
то в бунгало, то на море. Собрали кучу народу, фан-клуб, они там фотографировались. И, в общем-то, я не знаю, как я сейчас пойду купаться в купальнике. Мы решили переждать, посидеть, поесть мороженого, например. Красотища! Живопись! Добро пожаловать в Москву. Наш самолет произвел посадку в аэропорту Шереметьево имени Александра Сергеевича Пушкина.